Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир Бутусов и Павел Луханов. Да, все верно. И мы сейчас подводим итоги нашего конкурса. Помните, вот у нас было такое видео, где мы конкурс про микрофон рассказывали, конкурс наушников было. Кто не видел, посмотрите на моем канале или на канале Павла Луханова. Также у Павла есть ВКонтакте перепост этого видео. И мы сейчас выявляем победителя конкурса, да? Да, да, да. Я просто хотел название видео. У меня называется «Первый тест радиомикрофонов АКГ для баяна, гармонии и аккордеона». Потому что он действительно первый. Больше никто не делал. Да. Да. Ну, я еще тоже вместе. Ну, нет, я имею в виду наш, это же наш совместный, да. Так вот, значит, мы сейчас читаем комментарии. Я читаю комментарии и лайки, просматриваю в Ютубе на своем канале, а Павел просматривает в ВКонтакте. Ну, и в Ютубе тоже я смотрю. И сейчас мы выявим победителя. Да, да. Мне понравился комментарий на YouTube-канале, частушечка. Значит, Василий Гришкин написал: микрофон приладил Павел на баян трехрядистый и с Владимиром вдвоем отсмуглянил ладисто. Вот такая частушка, поэтому, на мой взгляд, это победитель как раз в моей номинации будет. Так что, Василий Гришкин, просьба прислать ваш адрес, мы вам отправим подарок от меня. Павел сейчас выявит своего победителя. Да, я тут долго выбираю, вот, но мне больше прилещает ВКонтакте, кто мне писал. Вот у меня тут даже два победителя, и у меня, кстати, вот тут сейчас загашник. Вот комментарий, вот. Видно, да? Вот. Угу. В загашнике есть еще одни наушники. Да, да. Вот, то есть, так как у меня победителя два, я вот им отправлю два комплекта наушников, а эти, правда, они не деревянные, но тоже прикольные, в принципе. Сейчас вечерок, не так видно. А когда солнышко, они так замечательно бронзовым отливом блестят в ушах. Вместо... Суну наушники с отливом и въял. Да-да. Вот, поэтому у меня победители, это, сейчас скажу, это Сергей Скакун, раз. И, так, барабанная дробь. И Сергей Русанов. Короче, два Сергея Покажи получают... туда на камеру, чтобы видно было, что они там написали. Вот. У них такие... большие, очень длинные Вот. Комментарии огромные у обоих Сергеев. Один больше другого. Вот. Им за такой подробный рассказ, ну, кому интересно, сами могут почитать, это в посте как раз про этот видеообзор. Это от 26 апреля на моей стене ВКонтакте, вот, видео, можете посмотреть видеообзор и почитать комментарии. Вот этим двум людям я отправлю посылочкой Почты России, бесплатная реклама почте, два комплекта наушников. И... А я жадный, я один. Да. Не, ну ты просто быстро определился, у тебя хороший Ух ты, еще подарок. Да, еще подарок. Смотрите все наши видео и на канале Владимира Бутусова, и на канале моем, Павла Уханова, потому что дальше подарки у нас... Растут. Да, растут. До гармошек скоро доедем. Да, 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 да. Были наушнички, теперь будет вот такой MP3-плеер. Вот. Потом будут, ну, как я уже обещал, видеоуроки. Apple Watch, да. Ну, не-не-не, это... Apple Watch — это не наша тема. Вот. Миди-системы? Ну, начнем с беспроводников, да. Вот, может быть, кстати, если продолжим эту тематику... Микрофоны, кстати, нормально можно. Да, то есть... Надо осовременивать наших гармонистов. У меня есть интересный вариант. И, может быть, чуть позже разыграем даже радиосистему сразу с готовыми микрофонами для гармошки. Смотрите, самое главное, смотрите наши видеообзоры, потому что там в конце, в середине или в начале где-то будут конкурсы. А где? Не скажу. Хотел сказать. Так, все, всем пока, всем хорошего вечера, хорошего дня. С вами были Владимир Бутусов и Павел Луханов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приходите за гармониями к Павлу и за баянами к Владимиру. Ура!